Медицинский форум собрал в Сочи 2500 участников. Это российские и зарубежные эксперты в области акушерства и гинекологии. Сочи остается традиционным местом проведения этого семинара. Кроме того, общее заседание по просьбе властей курорта специально провели в выходной день, чтобы и сочинские врачи смогли посетить его и больше узнать о новейших достижениях в этой научной сфере. Тем более в Сочи есть чем гордиться. В этом году на курорте родилось на 500 малышей больше, чем в прошлом. В планах строительство в городе нового перинатального центра на месте бывшей инфекционной больницы. Каждый год мы видим все более возрастающий интерес к этому форуму. Это такая площадка дискуссионная, площадка профессионального роста, обмена мнениями специалистов в этой области. И это, безусловно, привлекает специалистов со всей России. Демонстрация и обсуждение последних научных открытий и достижений в области акушерства и гинекологии продлится в Сочи еще несколько дней. Семинар завершит работу 8 сентября.